Всем привет, дорогие друзья! Очередной выпуск программы FIFA Прогноз. В студии ведущий я, Игорь Белоногов, Александр Фирсов. Александр, приветствую тебя. Здравствуй, Стас. Давай вот так сделаем, как будто мы не виделись. Да. Вот, привет, Игорь. Ну что, расскажи, кем мы сегодня с тобой будем играть и что это вообще за матч нас ждет? Играть мы сегодня будем командами Аякс и ПСВ. Это две команды из Нидерландов. И эти гранды встречаются в четвертьфинале. Четвертьфинале местного кубка. Да, четвертьфинале Кубка Нидерландов. Да, матч должен быть очень захватывающим, потому что такие команды встречаются на такой ранней стадии. Вот, должно быть весело. Но при всем при этом, вот букмекеры видят явного фаворита. Допустим, 1x ставка считает, что на победу Аякса хватит коэффициента 1.64, в то время как на победу ПСВ дают 4.5. Да и другие тоже не особо верят. Вот Винлайн 1.61 дает на Аякс, Фонбет 1.62, то есть примерно одинаково. Ну и в принципе то, что мы с тобой обсуждали перед началом матча, что самый большой коэффициент на ничью в основное время. Да. Вот, да, интересно, конечно, вроде бы все очевидно, но такая дополнительная интрига должна быть, потому что две команды абсолютно топовые. Вот. Поэтому, ну что ж. Ну что, решит давай, игра, все. Давай, да, наверное. Как бы подумаем, на кого все-таки ставить. Я думаю, что FIFA в этом плане довериться можно. Конечно. Спойлер, нет. Безусловно. Итак. Матч Аякс-ПСВ прямо сейчас мы начинаем. Что, рыба-карась игра началась, как говорится? Так говорится. А помнишь, такой ролик там был, типа, ну, футбол переозвучивали? Ага. Там еще, типа, матч честная, хорватский бобр, и вот там судья в одном из... матчи как раз карманная Библия, да, и была вот фраза «рыба карась, игра началась». Давай не надо, ладно? Да я тут... Ну, нет, не надо. Спасибо. Блин, короче, я недавно учился финтить на Xbox. Так. Это как... Вот есть у тебя первая машина? Mm-hmm. Какая-нибудь чипырка там, например, у тебя есть это теплое ламповое чувство к этому. Вот, джойстику Xbox у меня такая же история, а вот PS-очки я все не могу анатомично к ним привыкнуть, как-то в руке неудобно лежит. Ну, на этом, в принципе, впечатления по игре, наверное, закончены. Что можно еще отметить? Эй. Что можно еще? Ну, больно там было, на самом деле, в ноге. Mm-hmm. А что? Это жесткий спорт, нужно продолжать. Не надо. А, я сделал это тебе лучше, да? Ну да. А, кого? И можно. Первый, да. Да. Ну, в принципе, Ажакс весьма справедливо. Ажакс, да, так, тут у нас игроки Спартака. От Спартака и в форме Спартака почему-то. Ну, он уже все, готов. Заряженный на переход. Спиной почему-то. Ну ладно. Футбол-то. Отдельная история. Второстепенная, да. Так, 1-0. Аякс повел, 12-я минута. Чего? Да. Ногой по лицу. Ну, ничего страшного. Еще и угловой. Ну, ничего страшного. Один из чехов после похожей ситуации потом в шлеме до конца карьеры гонял. Ну, тоже верно, конечно. Ну, видишь, все обошлось. Так, ну вот. Тут даже нормально, нормально. То есть бороться, искать, найти и не сдаваться, как говорится. Очень эффектный сейф получился от игрока с фамилией. О-на-на-на-на! Мне кажется, можно на самом деле запускать какие-то максимально малоизвестные команды. Ну, например, вот арабскую нашу любимую лигу, да? Или австралийскую, да, и просто смеяться с фамилией. Боже мой! Это очень красиво было. Это что, это вновь Quincy Promise, да? А в Спартаке так, если будет, то прекрасный трансфер. Добро пожаловать в Россию обратно. Welcome. Все будет организовано. Привет. Нормально. Здравствуйте. Я тут это постою немножко. Даже не в офсайде, как будто бы. Ага.
Да. Ладно. Ну, в общем, ситуация классическая. К 75-й минуте я пойму, как управлять в этой игре. Угу. И все, и не поздоровится. Всем. В первую очередь мне. Ага. Там снег? Нет. Там вот болельщики не на трибунах. Мне вот это больше интересно. Ну, да. Ай-яй-яй. Можно, чел, ты из офсайда выйдешь? Нет. Ну ладно. Так, неплохо. Тоже пойдет в целом. Отобрал. Да. Проблема для защиты. Задумайся. Проблема для защиты. И идите все отсюда. Ой. Ой. Ну. Здравствуйте. Привет. Получайте, распишайтесь за Хави. Так, ну что, разобрался пораньше, получается. Результативный матч. Угу. Мне кажется, одни и те же чуваки, они писали физику и для GTA 5, и для FIFA. Понял. Ну, она отсутствует как класс А. Вот как класс А, кстати, тоже, да. И как класс Б, в принципе. Что? А, ладно. Так, а, все, что, пока. Первый тайм, да? Пока, да. 3 икса. Это был символ Оксимирона, а это вот ну, символ твоей победы был только что на экранах. Ну что, давай немножко поговорим о том, что у нас по промежуточным результатам. По статистике-то. Равно? Да. В общем-то. Ударов больше у тебя на один створ. Ну, да. Побольше владения. Мечом. Ну, тоже не особо прям разрыв какой-то. Нарушений у нас не было. У меня был один офсайд. А, это все-таки был офсайд. Ну да, был офсайд, да. Я думал, просто у меня чувак не попал совсем. Ну и по угловым. Ну, такой сомнительный показатель, на самом деле. Ну, события матча. Промис. А, и не промис. Ну что, второй тайм? Поехали. Да, поехали. Уф, как прям... Аж чуть сетку не порвал. Но это было красиво. Хорошая комбинация. Сразу видно наигранная. Ажакс. А ты нет! А я да. Так, 5-1. 5-1, да. Ну слушай, в ТикТоке 1 000 000 подписчиков, это, по-моему, вообще ничего. Ну как уж не... Ну, да это как шестой вот гол. Да. Все по коэффициентам, в принципе. Ну, то есть там много у кого очень много миллионов подписчиков, так скажем, и просмотров, тем более. Ну, нога. Ну вот, вправили, вставили на место ногу, и все, нормально. Ну или нет, или он не встанет никогда больше, ну. Чел, время, лежи пока. Потому что это переносит тебя куда-то в детство. А, ну, в принципе, все. Да. Бахти был интереснее, чем этот матч. Ну что, смотри, что мы имеем на данный момент по результатам матча? 6-1. Весьма предсказуемая победа изначально по коэффициентам. Да. Ну, давай. По счету не факт, но... Обратимся к статистике. Слушай, статистика-то, собственно, так сильно не поменялась, она до сих пор равная. Владение мячом ты подтянул очень хорошо, на самом деле. Да, удары у тебя все стало... так скажем. Грустнее, потому что в створах стало значительно меньше. Ну, всего их у тебя увеличилось 9 у меня, 11 у тебя, отборы по 7. Так, ни одного нарушения. Мы провели очень... Это такой... И Квенси Промис заработал десяточку из 10. Ну, правильно. Надо перед переходом в Спартак так дверью хлопнуть ударно. И, вот. Да. И отправиться покорять вновь Москву. Ну что, дорогие друзья, вот, в принципе, у нас прошел матч Аякс-ПСВ. Результаты вы видели. Верить или нет, доверять или нет нашему самому точному прогнозу, выбор за вами. Ну а в конце программы хотелось бы пожелать вам бесконечного множества мандаринчиков и всего прочего. Особенно для тех, у кого нет аллергии на это все дело. Эту программу для вас вели Александр Фирсов и... Игорь Белоногов. Все, смотрите. FIFA-прогноз дальше. Впереди много-много всего интересного. Пока-пока. Пока-пока.